Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 224. Пользуясь этимологическим словарем, подготовьте устное выступление на одну из тем. История слова «работа». Слово «работа» заимствовано из старославянского языка. Оно ведет начало от общеславянского, производного от «раб». Сравним. Точное соответствие есть в немецком языке. Слово «работа» первоначально означало тяжелый подневольный труд, то есть рабство. В современном русском языке корень «работ», а исторический корень «раб» не выделяется. Слово «привередливый» – это слово исконно русское. Оно образовалось с помощью приставки от слова «вередливый», что означает «неженка», «слабый». В свою очередь, слово «вередливый» образовано с помощью суффикса «верет». Это боль, какая-то болячка, рана, которая сохранилась в диалектах. Исходное значение слова «привередливый» – слишком чувствительный к боли. Слово «обворожить» – это тоже слово исконно русское. Оно образовалось с помощью приставки от глагола «ворожить», что означает «колдовать». А «ворожить», в свою очередь, образовано с помощью суффикса от «ворог», то есть «колдун». Исходное значение слова «обворожить» – это значит «околдовать». Современное значение, возможно, копирует смысл французского слова «восхищать», «пленять», «обвораживать». Понравилось видео – ставь лайк, подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.